Так, 23 мая 2021 года. Харьков, вел один в Харькове. Постоянные участники в воде, по моим наблюдениям. Вот широкая спина чуть-чуть мешает. Заслоняю вид. Ну, наверное, я так кому-то мешаю. Вот, спасибо тебе, дорогой. Так. Да, проспект Науки просто превратился в море велосипедов. Море, море велосипедов, велосипедистов. Все, попали, попали в кадр, отлично. Так, наверное, надо обрывать уже. Файл слишком длинный, дубль получился. 23 мая 2021 год, Харьков. 15-й велодень.